Размер минимальной заработной платы в 2015-м вырос на 23%. Об этом сообщил министр труда и социального развития Александр Дружинин на встрече с журналистами. В июле прошлого года он составил 15 390 рублей. Размер МРОТ текущего года рассмотрит трехсторонняя комиссия 1 июля. По итогам прошлого года в республике созданы 22 мобильные бригады для оказания медико-социальных услуг пожилым людям. На сегодняшний день на территории республики действует 50 приемных семей для граждан пожилого возраста. Как отметил министр, задача этого года входит увеличение количества приемных семей. Учитывая, что домов-интернатов не хватает, мы сделали такую новую форму – 50 приемных семей для граждан пожилого. В этом году еще 50 откроем. У нас будет 100 приемных семей для граждан пожилого возраста. Это старика берет семья. Семье мы платим 17 тысяч, примерно 800 рублей в месяц за то, что она содержит старика. Плюс семья имеет право брать со старика, ну, в общий котел семейный, порядка 75% его пенсии. И вот эта форма очень достаточно хорошо себя зарекомендовала.